Ричард! Нас с тобой ждет успех, малыш! Слышишь? Успех! Кто-нибудь наберите 911! Что это было утром? Фрагмент астероида. Насколько большие? Это все цветочки размером с баскетбольный мяч или автомобиль. А насколько крупный сам астероид? Он размером с Техас, господин президент. Куда бы он ни упал, он уничтожит все живое на планете. Половина населения погибнет от тепловой волны, а вторая половина в результате термоядерного похолодания. Конец света, как предсказано в Библии. Так что он пикчерс представляет? Удар извне ничего не даст. То есть мы взорвем его изнутри? Как? Пробурим скважину. Нужен лучший специалист по бурению. Брюс Уиллис. Правительство Соединенных Штатов поручило нам спасти мир. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить катастрофу. Мы преодолеем все трудности с присущей нам отвагой. Руководство дает добро на запуск. Управление. Добро. На старте. Добро. Игорь. У нас тут 4 миллиона фунтов топлива, ядерная бомба, а на остальные детали им, похоже, денег не хватило. Круто, да? Ну что, поехали? Итак, джентльмены, вы наши отважные воины. Вы уже герои, так что расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Сегодня взоры всех жителей планеты устремлены на этих храбрецов. Добро пожаловать в космос, астронавты. Очень кстати, я уже почти час не плевал. В самые тяжелые времена теперь нам остается только молиться. Хьюстон, это самый крутой полет! У каждого есть возможность проявить себя. Тачстоун Пикчерс представляет Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Лив Тайлер, Бен Аффлек, Уилл Пэттон и Стив Бушеми. Держитесь! Скорее сюда! Там мой отец! Папа! Не беспокойтесь обо мне и моих ребятах. Мы знаем свое дело. Армагеддон. Производство Джерри Брукхаймера. Режиссер Майкл Бэй.